Привет! Я Ирина Невзорова, вы на моем канале Школы Вязания. Сейчас я хочу показать вам, как вяжутся вот такие вот наклонные шишечки. Если вы еще не вязали простую шишечку, то я прикреплю ссылку в описании, чтобы вы посмотрели, как вяжется простая. Эти шишечки у нас в наклонку, то есть они лежат. Давайте покажу, как они вяжутся. Вяжем обычный столбик с накидом. Далее провязываем 5 столбиков с накидом, только не в эту петельку, а вот на эту ножку, на этот столбик. То есть делаем накид и на этот столбик протягиваем, провязываем не до конца. Дальше делаем еще один накид, провязываем 2, дальше 3, 4. Не до конца, и 5. И теперь провязываем все петельки вместе и закрепляем воздушной петелькой. Вот так у нас получился наклонная шишечка. Давайте еще раз делаем обычный столбик с накидом, затем мы делаем 5 незаконченных столбиков с накидом вот на этот столбик, то есть накид, сюда протягиваем, провязываем 1, опять накид, провязываем 2, опять накид, провязываем 3, накид, вытягиваем 4 и 5, провязываем 2 петельки вместе, вот, затем провязываем все петли вместе и воздушной петелькой закрепляем. Вот так у нас получается петельки в наклонку, то есть шишечка у нас лежит, а не вот так стоит. Вот очень интересный узор получается из этих наклонных шишечек, вот так. То есть мы вяжем обычный столбик без накида, с накидом, провязываем только накиды, то есть столбики не до конца, их здесь должно быть 5, и все вместе воздушно закрепляем. Вот так вот получается, вот такие вот наклонные шишечки. Напишите в комментариях, как вам такой узорчик, как вам такие петельки, вязали вы когда-нибудь такие или первый раз видите. Ну и подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать новые уведомления о вот таких новых узорчиках. Всем легких петелек и пока-пока!